Ассаламу алейкум, Хурмет Агайн. С сегодняшнего дня мы начинаем домашний митинг в поддержку граждан Республики Казахстан, которые до сих пор никто из нас не получил компенсацию от государства. Вот. Идет уже вторая неделя карантина. У большинства граждан Казахстана уже пустые холодильники. Государство никак не берет этого внимания, то, что люди заблокированы в карантине, сидят дома, нет источников питания, источников дохода, нету запасов денег, соответственно, продуктовая корзина опустела, холодильники пустые, и многим гражданам на сегодняшний день нечего есть. Я не знаю, о чем думает правительство на сегодняшний день, но факт остается фактом. Никто еще не получил никаких компенсаций. В связи с этим мы объявляем домашний митинг. Каждый день в 8 часов вечера мы выходим на балкон, во двор. Кто в частном секторе, во двор выходит. Кто в благоустроенных квартирах выходит на балконы. И мы будем стучать по пустым кастрюлям. В 8 часов вечера по местному времени выходим на балконы и стучим по кастрюлям. Каждый день до тех пор, пока нам не будут выплачены компенсации. Вот такое вот требование. Прошу всех присоединиться. Каждый день в 8 часов вечера выходите на балкон и стучите по пустым кастрюлям. Не менее 15 минут будем стучать по кастрюлям. Присоединяйтесь к нашей акции и требуйте свои права.